Всем здрасте, и мы тотчас продолжаем проходить Half-Life Alyx, которая вышла вот на днях, а если быть точнее, то вчера. Быстренький такой вот сапш, я прочитал парочку позитивных и некоторые не очень комментариев под первой частью прохождения. И хочу, пока есть время, быстренько ответить главные вопросы, которые задавали чаще всего. Итак, вопрос по поводу угла обзора, который вы видите. Я в начале прошлой серии, насколько я помню, говорил, что у вас он будет обрезан. И тут с этим я, к сожалению, ничего не поделать не могу, потому что это техническое ограничение. Вот. Дальше. По поводу тряски всего этого экрана. Когда я двигаю головой, это очень... точно передается и на ваши экраны, из-за чего может быть кому-то дискомфортно от этого. Что ж, я постарался кое-как это исправить путем внутриигровых настроек, потому что использование монтажа и постобработки в этом случае занимает очень-очень много времени. В прошлый раз мы с вами остановились вот здесь, в этом дворе, рядом с хатой Рассела. Он нам подарил свои, подогнал, так сказать, перчаточки красивые, очень мощные, детализированные, да, которые, тут видите, отображается у нас здоровье, патроны. Также где-то тут потом появится еще кое-что, насколько я помню. И пистолет, который чем-то напоминает смесь кольта и... чего-то футуристического. Если что, весь тот интерфейс, который у вас тут отображается, то есть здоровье, там, патроны. То есть это зрительский интерфейс, вы его видите только вы, чтобы вам было легче и интереснее наблюдать и анализировать, так сказать, собирать информацию с моего прохождения. Ну что ж, я думаю, на этом наше вступление можно закончить. Начнем с выстрела в лобовое стекло. Итак, как видите, каждый кусочек просто разбивается с максимальной точностью. Мы даже можем подобрать кусок стекла. О, ладно. Так, давайте высунем обойму. Рассел? Чел? Можешь, пожалуйста, подгон? Окей, спасибо. Давай сюда. Оп. Чувак, ты слишком далеко бросил. Ну, ничего. Надеюсь, он не в машину закинул. Тогда мы хрен ее достанем оттуда. А? Я не вижу. Погодите. Да, он в машине. Чел, ну отлично попадание. Блин. Ладно. Зачем так радикально делать, правда? Откроем просто дверь и возьмем отсюда. Нормально. Теперь заряжен. Так, давайте теперь разбираться, куда нам идти дальше. Погрузочная платформа, опасность. Ну, конечно. А старый добрый халферский замок. А? Oh, you took care of that lock then. Good, great. Did have the key for it, but should have given you that. That's on me. Спасибо за скоротечный юмор, но, видимо, что-то какая-то проблема, озвучка запаздывает, или субтитры слишком спешат. Так или иначе, ладно. Давайте быстренько вспомним нашу цель. Нашего отца поймали в очередной раз, как вы могли заметить это по прошлой части. И нам нужно его спасать. А чтобы его спасти... Так, сбираемся. Мы садимся в этот поезд. Спасибо, чувак. Поехали. Hello, Alex. We might have a problem. Probably nothing to worry about. Did the train stop? Да. Yeah. What happened? It's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the queue. Да. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way. Hey, ребят, вы скажите мне, когда-то бывают ли легкие пути, чтобы не срабатывали с первого раза? Да по-моему, вау. Это такая музыка. Прям вот саспенс нагоняет. Жесть. Ладно, давайте пройдемте вперед. Опа.
А! I thought the Combine sealed up the QZ. This one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the Чувак. Area. But not about fellas like this. Ну ты мерзкий тип! I doubt it. Тьфу ты, бля. А. Блин, никогда не думал, что зомби из второй части, и вообще из Half-Life, смогут наводить такой жути. О, у него тут челюсть. Ой, блядь. Пипец. Веном хана. Спина вся в прыщах. Да, не завидую тебе, братан. Так, что это тут за подсказка была, которую я провтыкал, к сожалению. Ну вот и да. Проехать нам за зону города не дали. Это куда стена вообще ведет? Насколько я помню, в лоре Халвы эта стена ограждала цитадель. О, любопытно. Ну, я думаю, потом узнаем. Так, поехали. Потихоньку. Придется искать обходные пути, как я понимаю, да? Что это у нас тут? Комстрои. Так, башня 729, что бы это ни значило. Ну, это, блин. Все тот же Сити 17. Вот эти вот здания обычные, да? Так, что у нас здесь? Ищите вокруг себя полезные предметы. Спасибо, только что это? Да, точняк, тут же новая современная RPG-элемент, можно будет апгрейдить свои стволы, может быть что-то еще впоследствии, но пока что обойдемся этим. Так, ну зато я понял, как эта шняга теперь выглядит. Патроны, ну, за спину, да, как и во всех почти VR-шутерах. Спокойно. Вот, когда я беру предмет в руку и засовываю себе за спину, то там такой вот... Легкий удар вибрации по руке происходит от контроллера. Что прям вот массаж, знаете, а вот ты, блядь. Сдавайся! Фу, блин. А? О, мои боты. А ну-ка. Где ты их достал? Колись, отдай мне, отдай. Такс, секунду. А, вот так. Чувак, мои ботинки. Ну ладно. Оставь их себе, окей? Не очень-то и хотелось. Так, замок, да? Я смогу его выломать? Нет, не получается. Ладно, вернемся к первостепенному плану. Вы видели, да? Как эта бочка смачно прокатилась по лестнице. Вроде бы кажется, да. Типа ничего особенного, бочка прокатилась по лестнице по ступенькам. Но в VR это ощущается как нечто новое. Физика это вообще клево. Жалко, что последние несколько десятков лет, наверное, на физику кладут огромный болт и вместо этого прокачивают графон. И в итоге самые популярные игры это Minecraft и Fortnite. Действительно, почему же так? Так, там у нас крыса, но она за стеклом. И к ней мне, к сожалению, как я понимаю, не пробраться. Я, конечно, могу попытаться пройти сквозь текстуру, но вряд ли игра мне это позволит сделать. О, побежала. Побежала, дорогая. Так, ну здесь... Ну, блин. Был бы я сталкером, не тем, который в Чернобыле, а тех, из тех, которые любят по заброшкам бегать, то для меня тут вообще никаких откровений не было бы, а... Типа, типичная заброшка, даже не заброшка, сказал бы, тут электричество есть. Так, что это у нас? Тушенка. Блин, на самом деле, я сейчас поел бы что-нибудь такое. Хотя бы что-нибудь такое. А, это... Электрический щиток, да? Что у нас там на показателях? А, вроде ничего. Ну, все работает стабильно, да? Я слышу треск. Зажмите, чтобы... Тихо! Так, спокойно. Зажмите, чтобы выбрать мультиинструмент. А.
Ля, это ж это ключ-открывашка у Алекс была во второй части. Только тут она намного более качественная, потому что там это было 4 полигона. Логично. Ну, поехали. Так. И что дальше? Так, погоди, еще раз. Вставляю. Я должен... Ля, это... Вот это клево. Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? The combine's not going to be... О, в этом я шарю. You should be thinking about the future, Alex. Well, how about I call it the... Alex? Серьезно? It's a little derivative of the Russells, but yeah, provisionally, sure. The Alex. Yeah. Я только хотел сказать, что, видимо, у Алекс, так же, как и у меня, беда с фантазией, она решила скопировать название этих перчаток, но Рассел не такой глупый оказался. Лечилка. Ой, я эту фразу помню. Look, honestly, just pull the handle and put your hand in there. Окей. Давай попробуем. Надеюсь, руку не оторвет. Поехали. Как же вибрации по пальцам-то отдает. А. Ну. Hey, you were right. These are great. Да, в принципе. Нормальная штука. Ты все еще мерзкий. Хотя, на самом деле, расскажу true story. Когда я проходил второй эпизод, я очень не хотел их убивать. Во втором эпизоде они казались милыми. Но здесь что-то разработчики дали волю фантазии и... Не, возможно, для кого-то они все еще милахи. Как бы, я не осуждаю. И не отрицаю. Это у нас... Это лимонад была или вода? Не знаю. Пошла отсюда. Так, поднимайте тяжелые предметы двумя руками. Вас понял. Да! Фу. Реально тяжелые. Тут кто-то что-то разлил. А. У вас тут течка, ребят. Нужно ремонтную бригаду послать. Пускай займутся. О, швабра. А ну. Рили? Я смогу? Ой, подожди. Давай сюда. О, да! Блин, всегда мечтал сыграть в симулятор уборщика в VR. Офигеть, только... Блин. Я, и что в реальной жизни не умею нормально с метлой обращаться, что в игре. Только в игре как-то... еще хуже. Вот ты. Ау. Извините. Не хотел. Так. Ладно, достаем пистолет. У нас тут очередной замок на пути. Фью. Барнакл? Ага. Привет. Я надеюсь, вы добрый. Пипец, судик зубов, вы посмотрите на их зубы. Так. Хорошо. Иди сюда. Держи. Ну как тебе? Ну, вроде... Да. Понятное дело. Пустая пластмассовая бутылка тебя не устроит. Но, может быть, тогда... Придется по вкусу... Картонная коробка? А, тоже нет. Ну, тогда держи пули. Ну, извини, ешь, что есть. Эти тут не повар. Окей. Три магазина. Так, это... Ну, не то чтобы и много, но... Скорее даже, я бы сказал, мало. Давай, иди, пока ты я там ешь, я тут пособираю себе смолы. Так.
Я могу здесь перепрыгнуть? You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of surprises. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of there. Так, получается, я был неправ, когда приравнял Рассела ко всем работникам Черной Мезы. Он там не работал. А тогда где он работал? Интересно. Надеюсь, нам это расскажут в будущем. Хотя, зная, как рассказывают сюжет в Half-Life, тут обычная тема, это когда в конце игры вопросов больше, чем ответов. Так что я не удивлюсь этому. 2-2-1. 7-29-04. Отличные цифры. Знаете бы, что они еще означают? Блин, тут столько барнаклов. Здесь больше ничего интересного нет. Вроде нет. Так, дай-ка мне пистолет. Сколько у нас их всего? 30 получается, в общем, да? Блин, а вы жирные ребята. Сколько в тебя нужно выстрелить, чтобы ты умер? А, давай посчитаем. Раз, два, три. Четыре! Парень, а не жирно ли будет столько-то, а? Разжирнели. Слегка. Еще одно дохлое тело. Интересно, можно его использовать как приманку? Сейчас заценим. Давай. Алекс. Давай. Ты сможешь, я верю в тебя. Подожди, чувак. Мне нужна вот эта очень хорошая штучка. Это вообще, на самом деле, не похоже на смолу. Как-то странно. Так, чувак, давай. Не застревай в текстурах. Вылезай. О, все. Не? Трупятина тебя не интересует? Да какая разница, все равно же мясо же. Ну, как знаешь. Мое дело предложить. Так, а тут, пожалуйста, аккуратнее. Фух, спокойно. Еще один жмурик. Да. Жизнь с тебя явно доконала. Но вот за это спасибо. Окей. И здесь еще. Поехали. Что ж, вот мы у подножия этой стены. Великой стены комбайнов Альянса. Остается только найти вход. Так, будем всегда наготове держать ствол под рукой. О, это я помню, это в трейлере был момент. Музыка заиграла. Страшно. Но я пока не собираюсь куда-либо спешить. Хочу облутать все, что тут есть. Я уверен... Мерзость. Я уверен, если посмотреть где-нибудь тут по углам, чего-нибудь да интересное и найдется. Ладно, дай руку. Открывайся. О, я же говорил. Иди сюда. Молодец. О, еще. И ко мне. Красота-то какая. И в туалет. Just looking, Russ. Ля, это чувство юмора буквально сортирное. О, еще кое-что нашел. О, прекрасно. Блин, это объемный свет. Чудеса! Технологии 21 века. Логотип Альянса. Это какой-то странный знак. Стоп, наверное. Так. I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Хорошая идея, только где она? Ну, лично я подозреваю, что где-то вот в этой стороне. Не входить. А, ладно. Блин. Вот бы так можно было бы реально в играх сделать. Сказать, ну все нахер и завершить ее. Но пока что я этого делать не собираюсь. А Алекс весьма сильная. И вообще, если посмотреть на ее руки,
то это не особо-то и на женские руки смахивает. Не, ну реально, посмотрите. Это настоящий, брутальный мужик. О, деревянная лесенка. Что здесь забыло такое вот здание, явно напоминающее что-то в стиле загородных построек в городе. К тому же это, как я понял, недостроенное здание было. Окей, задом ходим, это нормально. Так, а ты нас не шевелишься? Согласен, но что поделать, работа такая. На! Так, с тобой разговор у нас будет короткий. Дай-ка сюда. Слезай! А ну-ка, ну сюда. Оп, по заднице. Раз, два, три. Все. Ух. А, чувак. Лежать. Окей. Дверь. А здесь закрыто. И что делать? Не работает. А, так. Окно. Ой, я видел. Вы видели? Не знаю, видели ли вы, но там крыса пробежала или что-то типа того. Что-то с оранжевым хвостом. Ну, скорее всего, крыса. А, понял. Кажется, я понял. Окей. Поехали. А, чувак, не против, если я... Ну, наверное, и так пойдет, да? О. Ну, можно и так. Окей, коробки. Блин, ну, что-то патронов очень много дают. Прям балуют. Ой, это... что-то упало. Ну-ка, вернись. Поехала. Сносно. Очередная чашка, кружка. И в очередной раз она пустая. О, пепельница. А можно... Блин, конечно, она уже выкурена, но... Да. Чувствую себя крутым Сэмом. Или Дюк Нюкемом. Нормально. Всякий хлам. Мониторы. Интересно, там наше отражение будет? Не, не вижу. Досадно. Так, шкафчики. Здесь обычно всякие секретики хранятся. Нужно проверить. А? Нет, ничего нет. Следующий. Тоже пусто. И здесь тоже ничего. А снизу? Снизу чернота. У нас, кстати, будет фонарик? Потому что без него как-то не камильфо совсем. Кресло, стулья. Давай-ка. А, ну ладно, не ходишь, так и не надо. Лежи, где лежал. Так, о, очередная хилка. И... Блин, это было громко. А, это тот самый пульт управления. Блин, он выглядит примерно вот, то есть... схематично так же, как и во второй части. Вот прям точь-в-точь. Так, ну... Хилка нам вроде бы не нужна, да? Хотя, чисто для профилактики, знаете. Лишним не будет. О. Может быть, в игре есть какая-нибудь ачивка в... Да подожди, хватит! Может быть, в игре есть какая-то ачивка в стиле воспользоваться всеми лечебными станциями. Раздавить всех личинок только через эти же заправки здоровья. Так, ладно, мне сказали тут мультиинструмент взять. Отлично. Поехала. Так, и что дальше? Так, эту штуку я помню по трейлеру. Это какой-то аккумулятор или что-то типа того. Он только... Где мне его тут найти? Под ногами вроде... Ага! Так. Дай-ка я к тебе повернусь. Штучка моя дорогая. Эми инструмент. Вау. Это наша галактика. Солнце, да? Это планеты, звезды. Или что это? А. Окей. А. Что дальше делать? Ля, это вращать могу.
Прикольно. Чё? Я все правильно сделал или... давайте попробуем, может быть, еще раз. Такс. Нужно думать логически. Все-таки Half-Life славила своими загадками, которые... Не помню, когда последний раз по задумке разработчиков выполнял. Ну, наверное, так, да? Не, ну это было легко. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means 40 days. Очень важная информация, именно то, что я просил. Да. Такая добрая, Алекс. Я бы уже давно бы на три буквы послал. Так. Что это у нас такое? И здесь. Эти лазеры, надеюсь, меня не убьют. Фу, это... Так. Вы... Крыса? Да вы издеваетесь, Рили? Живая к тому же, наверное, еще. Ну, она двигается. Блин, Вэлл что, живодеры работают? Какого черта? Как это вообще работает? Для чего это? Что я делаю? Ну, наверное, так, да? Все, готов. А-а-а! You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse. You just bury him. Я вижу, что я один капитан позитив. Still there, Alex? Mm-hmm. Спасибо, что обнадежил, Рассел. Я тебе это еще припомню. Так вот, это было громко. Фух. Ой, эта интенсивная музыка мне не нравится. Вот, кажется, и здесь начинается наш хоррор. Блин. Russell, are you seeing this? Wow. Right. О, светлячки из первой части. Вы будете прятаться? Да, они прячутся. Найс. Nice. Так. И ты тоже, да? А, не, эти не хотят, это другие немного. Блин, знаете, я сейчас поймался на одной мысли. Зачем я вообще что-то комментирую? Потому что почти все те слова, которые я выговариваю, все те потоки информации, которые происходят в моей голове, их так или иначе дублирует Алекс в игре. Она прям чувствует меня. Эта игра чувствует, что я хочу сказать. Она вживилась в мой мозг. Я на самом деле... Это все реальность, а настоящий мир воображаем. И мы находимся в матрице. Так, ну это для других видосов и других каналов оставим. А пока проходим дальше. Кстати, блин, я чуть не забыл патрончики-то забрать. Лишними не будет, уж точно. Окей. Так. Что же у нас здесь? Кусочек от ящика. И этот ящик мне до боли знаком. Это же... Суплай, доставка. Да, это тот ящик, в котором патроны лежат и аптечки. И, как я понимаю, вот у нас тут обойма и... Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Probably medicine, then. Логично, не поспоришь. Так, это... Вау, это вроде сюда, да? О, тебя я помню. Это у нас... Взрывоопасная бочка на минималках. Взрывоопасность. Осторожно. Лингвисты подправят, но, по-моему, такого слова в русском языке нет. На этот раз уж точно. Время сейчас. Чатка-водка. Понимаю, Valve. Очень, очень хитро. Справедливо, я бы сказал бы даже. Так, ладно, пошли. Тут у нас стационарный телефон был когда-то, теперь его нет.
Мне как во второй части тоже все обрубили, обрезали. Какого? Так. Я, кажется, понял. Чем это пахнет? Сколько у меня их? 4, да? Надеюсь, хватит. Так, осторожно. Ну, я бы сказал, тут вообще других путей нет, да? Барнакл. Зомби. Замок. По-моему, здесь очевидно, что нужно сделать. И... Давай, дорогой, налетай. Давай обнимемся. Иди сюда. Обнимашки. Тути-пути-пути-пути-пути. Да, я рад, что все получилось, но я, пожалуй... Мерзость. Я это еще раз, не раз скажу, наверное, за все прохождение. Так, я вижу аптечки, вижу количество патронов и какой-то индикатор, не знаю, что он означает. Больше ничего. Без понятия. Так, еще смола. Я даже не знаю, сколько у меня смолы, а сколько у меня смолы реально. А как это узнать только? Без понятия. На этой руке вообще ничего не показывает. Рассел, как тебе кажется, мне кажется, твои печатки не работают. Как всегда, да? Установил там пиратский софт. Козел. Вау. Мы прям... Ну мы прошли, да? Где-то прям вот между двумя стенами находимся. Посередине мира. Так, еще парочка добрых друзей. Ну, вы сегодня на диете, кушайте картон. Кушайте его. Супер витамины. Опа. Тут у нас очень много лута. А, и своему другу отдал. Красавчик. Вот я понимаю, командная работа. Так, кстати, у нас есть ботинок. Блин, я бы одел. Только... Да, в игре нет ног. Но... Как-нибудь и переживем. Так, ну, опять у нас пиво. Вы знаете, что я сделал с пивом, да? Все очень просто. А можно... Кулаком. Давай, 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 давай. Прям перед глазами себе разбил его. Наверное, это не была не самая лучшая идея. Прикиньте бы, и боль из VR переносилась в реальную жизнь. Я сейчас бы мог бы и без глаз остаться. Так, с чемодан. Чемодан. Очень знакомый чемодан. Прям как и в начале второй халавы. Только там они вроде были более голубоватого оттенка. Или это просто у меня уже голубые мысли, если вы меня понимаете. А, сваливай. Да. А ну. Так, не ерничай. Палец. О, нормально. Так, что у нас тут еще есть? Ага, магнитофон или что это? Хрен его знает. Портативная лаборатория? А? Без понятия. Так, перчатка. Давайте примерим, блин, нет, слишком большие, да и грязные какие-то. В каких-то слюнях. Да, скушай, молодец. Респиратор? Ну, то, что надо как раз от коронавируса. Пойдет. И каска. А, подожди. Ее ж можно надеть, я знаю. Сейчас. Во! Нормально. К бою готов. Настоящий шахтер. И наш первый лут. Через... Да более знакомые нам ящики. Кстати, а что это такое? Я просто, может быть, не шарю, но зачем эта херня внутри ящика? Это... Пенопласт или что? И зачем его столько, когда все, что было в ящике, это обойма. Не какая-то хрупкая техника, а обойма с патронами. Без понятия. Ну, эксперты, думаю, в комментариях пояснят. Вызываю аналитический отдел. О! Лестница в этой игре меня до сих пор шокирует. Своей кривостью. Окей. Полетела. Кушай. Давай, дорогуша, как вкусно, питательно.
черта? Схерали они сами взрываются-то? Во второй части... Я не знаю, как это произошло. Во второй части... Там... Ты их сам подрывал. А все... Да вы издеваетесь, да? Хорошо. Так, давайте... Может быть... Ну, следующие барнаклы уже пойдут по старинке. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец. Ну, у меня нету совсем хп. Это сколько? Это один удар и все, я мертв? Охренеть. Игра не прощает ошибок, как я понял. Что ж, падаем вниз. Так. Еще один башмак. Штатив какой-то. И вроде бы да. Если меня, если я ни с чем не путаю, но это та самая локация, которую показывали вы в геймплее. Так, дай-ка мне две руки возьмем. А, как-то странно, но ладно. И смотрите, что мне больше всего нравится делать в играх в серии Half-Life, это брать что-то тяжелое и на... вандализм на сотку прокачан у меня по жизни. Все, супер. Такс. Но вот эта весьма стрёмная музыка нагоняет жути. Полегче. Такс. Нужно быть наготове. Тихо. Так. Раз, два. Три, четыре, пять. Сколько в тебя нужно попасть, чтобы ты сдох? Я, по-моему, в него раз в семь попал, да? Пипец, они живучие. Я думал, барнаклы жирные. Так, зомби. Отвянь, блин, ну с вами-то патронов-то не запасешься. Совершенно. Так, где твой друг Хэдкраб? Вот он, Хэдкраб. Знаете, как прям как в трейлере было. Возьмем такие. Ой. Иди сюда. Давай. О. Оле. Пупсичек. Как Ленер мог из этого сделать домашнее животное? Ну, посмотрите на этот вареник. Он огромный. Ой, назад. Ладно. Чемодан. Как обычно. Ну, не знаю, в этой веку просто хочется все хватать. Наверное, в Half-Life 2 было примерно так же, когда вы проходили. Первый раз хотелось все хватать. Все, что есть, и все, что можно. А можно было хватать много, а здесь еще больше. Так. Ну, чтобы долго ты не мучился, я тебя, пожалуй... Попади! Давай! Блять. Тихо. Да, да что с меткостью у меня сегодня такое? Все, готов. Так. Отлично. Теперь мужская сила в женском теле. Не сексизм. Давай. Ну как же легко на них ломать. Они вообще, они на клей что ли были приклеены? Что это у нас там? О, привет. Так. Наслаждайся натуральным вкусом воды. А, да. Наслышан я о вашей воде. Как после нее люди ничего не помнят. Ну, отсылку, я думаю, вы поняли, да? Хорошо. Сейчас, я к вам еще приду. Хотя с тобой я могу заняться прямо сейчас. Обожаю свою работу. No problem. No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too, I gave you one of my Nessa guns. Thanks, Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Ой, как мило. Hey, look, Russell. If I die, I owe you a gun. You owe me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. А, ты какой ты скупердяй. Моя теория, Russell еврей. Сделаем ставки. Какой национальности Russell? По его голосу сложно определить. По его акценту, но он явно не американец.
Тем временем мы спонтанно как-то решили головоломку. И тут наша физиономия была. Ставьте оружие в отсек. Так, ну что, ребят, займемся прокачкой. Окей. Поехали. Что ж, что мы можем сделать? Смолы у вас 10. Стрельба очередями 20. Отсек для пуль 30, 35. Ну, какие-то, знаете, такие пассивно необходимые абьюки. То есть можно и без них прожить, то с ними будет легче. Но, с другой стороны, ничего такого имбового они не дают. Вот коллиматорный прицел-то интересно. Ставьте смолу. Давайте. Я не знаю, возможно, стоило поднакопить и купить что-то другое. С другой стороны, я хз, насколько эта игра длинная, и сколько... Сколько смолы нас по дороге еще попадется. Так что, ну, хз. Тратить так тратить. Один раз живем, как говорится. Поехали. Что-то на комбайновском. Аж дым! Вы видите, да? Охренеть. Секс. У, да. Такс. Не смотри на меня. А можно тебя как-то усмирить? Нельзя. Комбаниум очень крепкий материал. Если кто не знал, вроде бы по лору халвы вот эта вот металлическая херня, это какой-то их внеземной сплав или что-то типа того. Как-то у них такая локальная тема. Такс, мне не нравится, что ты за мной смотришь. Видо, иди сюда. Давай. А ну-ка. Да не ты. Нафиг мне этот шампунь нужен. Ведро. Ведро. Так. И... Простите. Даже в игре за мной шпионят уже. Офигеть. Такс, ну. Куча барахла. Высыпем его, пожалуй. Полетело. Так. Что у нас тут есть? Скотч, зажигалка. Надо к той сигарете будет вернуться потом на обратном пути. Когда батю спасем, Илая. Так, отлично. Маркер можно рисовать? Можно открыть? Не, видимо, нельзя. Ну и ладно. Клей? Это какой-то набор дошкольника или чего? Такс. Это вообще хз, что это там? Возможно, краски. Лосьон. Инсекшн. 71. А, это от паразитов. Понял. Пачка сигарет. Что написано? Smoking can cause a slow... Вот он хватает именно за одно место. Я могу прочитать, что ему можно. Ну, короче, я думаю, вы поняли, да? Те, кто курит, точно знают, что может вызвать курение. Думаю, для вас это не сюрприз. А те, кто не начинал, не начинайте, окей? Личная рекомендация от меня. Фух, такс. Перчатка. Хорошо. Каска. Ну, мя, а можно две каски одеть? Нельзя. Так, что это тут у нас есть? Батарейки? Кстати, я такие батарейки давно уже не видел. Не знаю, где они сейчас используются. Но у меня они в быту не встречались. Так. Отлично. Опять-таки, зачем столько? А, ладно, неважно. О, это у нас... Это гнилое яблоко? Блин, знакомо. На природе таких прям вот... Каждый сантиметр на дороге валяется. В лесу особенно. Где-нибудь. Так, блин, еще одно. По-моему, за такое время должны были сгнить намного больше, чем так. Хотя, на самом деле, я не знаю, когда последний раз там... Вау, воу, тихо, я... Держи, укажите... Хороните припасы в карманных перчатках. Не знаю, как это работает, какая-то черная магия. Ладно. Что ж. На самом деле, не знаю. Не, знаю, мне нужно воспользоваться этим. У меня совсем с КП все плохо. Так, давай. Пожалуйста. Найс. Хорошо. Хорошо. О, спасибо. Так, готов. Что ж. Отправляемся дальше. На круги своя. Один патрон. Ну, думаю, можно и выкинуть его. Привет, чувак. Полегче, пожалуйста. Не кипишуй. Куда спешим? Стойка. Дай-ка я это возьму. Что ты?
ты такой борзый-то, слышь? Я тоже так могу. Блин, патроны кончились. Быстрей. Готов. Ох, сволочи. Метро. Так. Так все же. Как добраться в Ревенхольм? Кто-нибудь мне скажет? Центральный зоопарк, индустриальная зона, терминальная. Так, а где мы находимся? Мы находимся где-то... Где-то, короче, ну, наверное, не здесь. Я хрен его знает. Но эта станция не работает уже... Черт знает сколько лет. Блин, на одного зомби уходит целая обойма, вы прикиньте. Сколько у меня всего? 50 осталось. Нужно экономить. Кстати, а что если стрелять ему в эту зеленую щенягу? Подожди. Ты что так медсишишь? Постой ты! О! Готов, красавчик. Давай с тобой также покончим быстро. Вот ты не шевелишься, к счастью, поэтому... Так. Ребят, где записаться на курсы по тренировке АИМа? Кто будет моим тренером? Потому что это совсем никакие ворота. Да погоди ты. Да. Легче так уже сделать. Хотя я не проверял, что будет, если их убить... Не, в голову. Хэдкраб, интересно, упадет, как во второй части? Или тут это так же оказуалили? Ну... Поживем, увидим. Вот как раз можно будет с этим зомби проверить. На. О, шприц. Можно воспользоваться им? Вот у меня как раз хп нет, а как он? Как он вставляется? На как-то в себя? Готовьте шприц. А! Введите инъекцию в тело, руку или ногу. О, хорошо. Надеюсь, там не было каких-нибудь наркотиков. А то хрен знает еще. За пропаганду наркотиков. Заблокирует канал. Так, окей. Не, хэдкраб умирает вместе с носителем. Что ж, не канон. Ну ладно. Так, один патрон остался. Давай я его на тебя потрачу. А, нет, подожди, подожди. Блин, да я просто тащу сегодня. Так. Три магазина. Вот это грустно. Это плохая новость. Открывай. Есть кто? Может, никого. От погони избавились, на всякий случай. А? Ой. Текстурки. Мои дорогие текстурки. Так, открывай. Ух, 10-20. О, еще один дорогой. Пошел. Так. Раз, два, три, четыре. Они умирают с четырех выстрелов в голову. То есть... То есть, если взять логически, посчитать с помощью великой математики, это 2,5 зомби... На обойму, если попадать им прямо в голову. Так. Ну, давай-ка я попробую тебя обойти. Ты не против? И ты тоже. Интересно, эту хрень поднять можно? Да, можно. О! Что так резко? Так. Сюда. Тут у нас ящик. И... Блин, как со всей силы, со всей мощи бью об пол. Главное только по одному месту не ударить себе. Ой. Девочки, закройте лучше. Так. А респиратор все еще на мне, да? И каска. Не, ну давайте чисто ради эксперимента проверим. А? Надеюсь, не засосет. Так, давай. А, он респиратор сел. А, то есть моя каска тебя не устроила. Ну ладно. Не знаю, чем он тебе так понравился. Я бы на самом деле лучше бы каску съел. Что ж, ну тут вроде никаких... Газов плохих нет. Вот мы на улице находимся. По погоде что это такое? Это либо день пасмурно, либо утро. Ну, начинали мы игру примерно тоже в такую же погоду. Поэтому хрен его знает. Ну, это все еще самое начало. Но я думаю, это утро. Мне так кажется. Наверное, логичнее со стороны Valve было бы сказать хотя бы не какой-то год, а какое время суток, когда игра начиналась.
О, тазик! Ля! Так, отлично. Нужно, вот, хотел бы с собой забрать за спину. Но, к сожалению, не получится. Чисто, кто знает тазика, ставьте лайк. Охрененный чувак. Блин, это сувенир. Им нужно будет челлендж предложить, чтобы он прошел всю халву. Алекс, таская с собой тазик. Кстати, я слышал, что есть ачивка с гномом, так что, думаю, после полного прохождения игры мы ей займемся. Так. Так, а вот это уже не весело. Спасибо, Кэп. Тихо. Три осталось, да не переживай. Спокойно. Так. Да он же здесь был. А можно? Нет, нельзя. Свет не выключается. Так. Закрою-ка я за собой дверь. Блин, посмотрите на эти динамические тени. Просто тупо... Красотища-то какая. Графон. Так. Спокойно. Так, бочка, как я понимаю, с ядом. Открыть можно? Нельзя. Она... Ну что, еще не двигается, блин, она тяжелая, полная, наверное. Ладно. Вернемся. И пройдем. Блин, приседать в реальной жизни — это такой гемор. Yep, there it is. Found it. Да ты что? Ага, конечно. Один, 100%. Отвечаю. А раз вот ты такой оптимист. Прям как я. Так, блин. Фу, блин. Не пипай. Опасно за живота. Живота. Так. Диванные лингвисты. Вы же не скажете, что это русский язык, да? В этот раз. Это, наверное, болгарский. Ну, чисто из соображений. Лорских. А может быть, вообще несуществующий. Может быть, у Valve не хватило финансов. Это бюджета на использование Google переводчика. Хрен их знает. Действительно. О. Тихо. Готов, голубчик. Так. А. Все нормально. А, можно позвонить? Сейчас. 8-800-255-3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Внимание, to operate. Это два совершенно не связанных друг с другом слова, но... Так уж и быть. No. Radio silence since he got on the train. Damn it. Well, the good news is he's probably fine. Все вдруг. Because they're taking him to Nova Prospect to torture him. That's the torture place. So they're hardly gonna torture him before they get there. So he's fine. Logically speaking. Блять, блять. Фу, успел. Ох. Пипец, я не думал, что Хэдкраг бы смог меня так же напугать, когда я впервые их увидел в компьютерной игре только в детстве. А теперь они пугают меня уже сейчас в виртуальной реальности. Ну не, ну посмотрите просто на это. Я бы это даже жарить не стал. Говорят, что можно все пожарить, оно будет вкусным, съедобным, но... Я не хотел бы на них проверять. Хотя, с другой стороны, они напоминают курицу. Типа... Why not? Опа. Блин, а у меня ведь нету, да? Тлен. Нету. Так, ладно. Коробка... Здесь вроде бы тоже ничего нет интересного. Газировка. Окей. Проверим. А, это просто бочка. Стоп, подождите, это... Мне показалось? Блин, мне показалось, я тушенку увидел. Или сгущенку. Чертов поставок. Опа, термос. Какая-то емкость. Блин, столько деталей, столько... Просто хочется все полапать, пощупать своими ручками шаловливыми. Так, а извращенцы, вы не о том подумали. Опа, опять картонная коробка. И... Да. Мне это пож... Что с твоей хваткой, Алекс? Пора бы и в зал походить, наверное.
О, откуда ты тут взялось? Ну, я не против. Сука! Мразь! Так. Туда мы еще обязательно сходим. Что у нас вот здесь находится? О, тут так мрачно. Мрачная атмосфера. Коробки, трубы. Все как обычно. Твою мать! What the fuck? Блин, ребят, я не знаю, как это у вас выглядит, но у меня это... невероятно, неописуемо великолепно красиво. Просто объем. Офигеть, я не знаю, у меня нет слов. Что ж, ребят, я думаю, да, у нас по времени идеально. У меня часов нет на руке, если что. Думаю, на этом моменте можно с вами будет сделать перерыв на эту серию. Так уже очень много чего произошло в этой серии. Так иначе, ребят, если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Алан. Присылайте ваши фанарты в нашу группу ВКонтакте. Если вы хотите видеть их в начале следующего ролика, следующей части, пишите комментарии, что вы все об этом думаете, да. Заходите на сервер в Дискорде, я вас всех жду. Что ж, до скорых встреч и пока!